Представь, что ты стал владельцем крупного интернет-магазина компьютерных игр, и ты можешь больше не работать, расслабиться и получать удовольствие. Ведь система MyDigiSeller полностью автоматизирует все процессы и заменяет десятки сотрудников. Также тебе не придется вкладывать деньги в товар, ведь ты можешь продавать по партнерской программе и получать процент с каждой продажи. Тебе лишь останется контролировать, чтобы реклама на твой сайт не останавливалась, и ты можешь отправиться в путешествие в любую точку мира. Ведь твой бизнес не привязан к локации, можешь отправляться и работать из любой точки мира, а твой сайт приносит пассивный, стабильный доход. Хочешь, чтобы это стало реальностью? Нажимай на эту кнопку и переходи на мой канал. Там есть много полезных видео, а также под каждым из них ты можешь оставить вопрос или написать мне в личные сообщения. Мои контактные данные есть в каждом видео. Приветствую вас в данном видеокурсе, а в этом видео я хочу рассказать вам, как вы можете зарабатывать на продаже игр. При этом вложение в товар совсем не обязательно. Вы можете использовать партнерские программы, а при желании приобретать оптом игры для продажи, когда ваша компания вырастет до нужного показателя продаж. Итак, основа заработка. Как я уже сказал ранее, данный бизнес отличается тем, что вы можете начать с абсолютного нуля, ну или с минимальных вложений. Закупка товара совершенно не обязательна. Есть огромная база товаров, которые вы можете продавать, и в этой базе вы можете найти товары на свой вкус, а также подобрать его по количеству продаж в месяц, посмотреть, какая актуальность этого товара, по выгодности сделки для вас, как для партнера. Товары доставляются моментально покупателю, то есть после совершения оплаты человек, приобретающий этот товар, получает его сразу на свою почту и может им воспользоваться. А вы, соответственно, в своем личном кабинете получаете сумму за сделку, то есть ваше партнерское вознаграждение. В данном магазине при работе по партнерской программе будут уже подключены все способы оплаты. Вам не нужно будет заключать договора со сторонними агрегаторами, с платежными системами или банками. Вывод денег осуществляется на ваш WebMoney кошелек, а с WebMoney кошелька вы можете перевести их себе на карту. Также данный бизнес очень хорошо автоматизируется. Вопросы касательно товаров можно отправлять напрямую поставщику этого партнерского товара. То есть данный процесс, он автоматизирован, и вы можете не участвовать. При желании вы можете сами консультировать своих клиентов, пришедших на ваш сайт. Если такого желания нет, вы можете делегировать это. Таким образом, при этом это делегирование абсолютно бесплатно. То есть человек, который поставляет вам товар, он будет получать на свой мессенджер сообщение, но при этом покупатель не уйдет в сторону продавца этого, в сторону поставщика, так как нет никаких ссылок, а сами люди, поставщики, они понятия не имеют, откуда им пишет человек. То есть для вас и для покупателя сделка совершается на вашем сайте, и вы получаете за это фиксированное вознаграждение. Итак, кто является вашим клиентом? Целевая аудитория таких магазинов – это люди, увлекающиеся играми. Обычно это платежеспособные люди от 18 до 38 лет, и в основном это мужчины. В рекламных сервисах вы можете использовать эту информацию, чтобы максимально таргетироваться на целевую аудиторию. Вы можете использовать это в рекламе ВКонтакте, в настройках рекламы для показа вашего рекламного видео в YouTube или при настройке контекстной рекламы в Google или Яндекс. Итак, все, что вам потребуется, это зарегистрироваться в сервисе DigiSeller, иметь при этом ваш WebMoney кошелек, выбрать партнерские товары и наполнить ими магазин. Нам необходимо зайти на сайт digiseller.ru. Регистрация крайне простая. Просто нажмите на кнопку «Зарегистрироваться», укажите ваш электронный адрес и подтвердите, что вы не робот. После этого нажмите кнопку «Продолжить», и на вашу почту придут данные для входа в личный кабинет. Там будет ваш логин и пароль. После входа в личный кабинет сервиса DigiSeller открываем вкладку «Магазин», и здесь вы сможете добавить партнерские товары именно в этом разделе. Если вы хотите продавать товары как собственные, то есть закупать в дальнейшем оптом, то это вам нужно будет делать в разделе «Товары». Деньги с продажи вы будете получать в разделе «Бухгалтерия». Итак, давайте откроем новое окно и добавим партнерский товар. В магазин вы можете добавлять как свои, так и партнерские товары.
Здесь мы видим перечень товаров от самых распространенных продавцов. Вознаграждение на хорошие товары от порядочных продавцов зачастую составляет от 50 до 200 рублей. К примеру, мы хотим добавить данный товар, и мы с него получим 79 рублей, если кто-либо его приобретет на нашем сайте. Итак, дальше вы можете создать собственный магазин, но вам потребуется хостинг. Хостинг вы можете зарегистрировать любой, либо воспользоваться даже бесплатными хостингами. Когда вы зашли в ваш личный кабинет хостинга, вам нужно будет привязать сюда новый домен. Если у вас нет доменного имени, то вы могли его создать сразу при регистрации хостинга, либо дозаказать, если вы этого еще не сделали. В разделе «Заказать» пишем «Домен» и указываем желаемое доменное имя. И выбираем доменную зону. После этого нажмете «Далее», выполните, заполните ваши личные данные, на кого регистрируется домен, и домен будет принадлежать вам. После этого указывайте доменное имя здесь, в разделе «Создать новый домен». И создастся папка для него. После этого просто нажмите «Ок» и переходите в раздел «Менеджер файл». Для демонстрации я создал себе папку и загружаю файл. Все. Обновляем страницу, и ваш сайт готов. Здесь вы можете наблюдать тот товар, который мы с вами уже добавили. Данный сайт, он уже адаптивный под мобильные устройства. Его можно открывать на телефонах, планшетах или любых компьютерах. О данном товаре выводятся самые настоящие отзывы. Они есть как отрицательные, как и положительные. И отзывы люди оставляют только после приобретения товара. Никаких фейковых отзывов здесь быть не может. Площадка, предоставляющая гарантию честности этого товара, следит за порядочностью каждой сделки. Если вдруг у покупателя есть какие-то проблемы с товаром и он этим сильно недоволен, он с легкостью обращается в поддержку DigiSeller, и если у продавца не найдется решение, то он будет вынужден вернуть деньги и заплатить все дополнительные расходы, в том числе ваше вознаграждение. То есть, несмотря ни на что, свое вознаграждение вы получаете. Даже если клиент остался недовольным, эти расходы понесет владелец товара, но не вы как партнер. На какие фишки, которые сэкономят ваше время, я хочу еще обратить внимание. При добавлении товаров сразу обращаю ваше внимание. Вам нужно определиться, какую категорию товаров вы хотите занять, чем хотите заниматься. Посмотреть, какие ценовые предложения доступны публично. И написать самым топовым продавцам в личные сообщения. Как это сделать, я сейчас покажу. А сейчас я расскажу, для чего это нужно. Так как данная платформа открытая, то некоторые покупатели злоупотребляют возможностью партнерского вознаграждения и покупают товары себе со скидкой как партнер. Чтобы этого избежать, топовые продавцы ставят вознаграждение минимальным. А чтобы вам, как партнеру, заработать максимально возможную прибыль, вы должны написать в личное сообщение и стать индивидуальным партнером, то есть работать на индивидуальных условиях. Чтобы написать какому-либо из продавцов товара, вам нужно опять открыть данную страницу. И когда вы наводите значок на имя продавца, вы видите конвертик. Нажимаем на него, и вы можете написать личное сообщение. Вот и все. В данном личном сообщении укажите все преимущества вашего веб-сайта, расскажите о своих планах, о том, какой трафик вы готовы привлекать на сайт, что это будет прибыльно обоим сторонам. Обязательно используйте расширение DigiSeller Assistant. Его вы можете найти в Google. Оно создано специальной командой на DigiSeller CMS для того, чтобы упрощать работу по наполнению магазина. С его помощью вы можете быстрее и удобнее искать товары на сайте DigiSeller. Обязательно используйте чат на DigiSeller и установите программу. Она доступна для Windows. Эту программу вы можете найти внизу сайта digiseller.ru по ссылке «Чат». Нажимаете «Скачать», и она появится у вас в трее. Чтобы автоматизировать максимально работу вашего сайта, рекомендую использовать систему MyDigiSeller CMS на WordPress. Она позволяет вам добавлять неограниченное количество товаров, она значительно лучше индексируется, есть массовое добавление товаров с Excel-файла,
То есть вы можете указать все идентификаторы партнерских товаров и одним мигом загрузить их на ваш собственный сайт. И такой сайт будет значительно лучше индексироваться в поисковых системах, что даст вам значительно больше бесплатный целевой трафик и, соответственно, клиентов и продаж. Где же искать клиентов? Рекламу можно настраивать в социальных сетях, группах ВКонтакте, делать раздачи для привлечения клиентов. Рекламу в социальной сети можно делать как платно, так и бесплатно. Вы можете создать свою группу, постить туда релевантный контент о играх, о этих товарах, собирать базу фанатов, и, соответственно, каждый ваш пост на данную базу подписчиков будет как реклама. Также рекомендую вам создать видео на YouTube, создать свой канал и публиковать видео. Видео делать под поисковые запросы. Добрый день! Если вы занимаетесь бизнесом либо творчеством, хотите продвигать в интернете свое дело, то рекомендую вам задержать внимание на этом видео и дослушать до конца. Меня зовут Владимир Терентьев, я автор книги «Включи YouTube трафик для бизнеса». С помощью данных знаний, которые я передаю в этой книге, вы можете продвигать любой бизнес, а также применить эти знания для монетизации, получения просто дополнительного дохода. В книге я собрал для вас самые актуальные данные, которые вы можете применить. Вот. Если вы хотите продавать какой-либо товар, то эта книга будет вам очень полезна. Я сам на своем личном опыте использовал все эти методы, все это описал в этой книге. Переходите прямо сейчас по ссылке в описании. Вы можете ее приобрести напрямую у меня, тогда получите вторую мою книгу совершенно бесплатно. Либо вы можете приобрести ее на площадке Litres, либо на Google Play. Пишите поисковый запрос, который вы считаете ваши клиенты могут вбивать, и получаете список хороших ключевых фраз. Данные фразы записываете видео на YouTube и публикуете их. Соответственно, по этим запросам ваше видео уже можно будет найти. Также делайте объявления на сайтах, как Авито, OLX и других досках объявлений. Настраивайте таргетированную рекламу в поиске, AdWords или Яндекс.Директ. Найти специалиста, который настроит для вас рекламу, можно на сайте таком, как Quark, Workzilla и других биржах фриланс. И также займитесь SEO-оптимизацией сайта. Пишите SEO-оптимизированный текст. Это на самом деле не так сложно. Это опять же тот же самый сервис Keyword Tools или Яндекс Wordstat. Получаем ключевые фразы и пишем текст с вхождением данных ключевых фраз. Такой текст можно использовать в описании товара и в других страницах вашего сайта. Чем лучше вы оптимизируете каждую страницу, тем больше вы будете получать бесплатного трафика. Кроме этого, ваш сайт может приносить вам дополнительный доход. Это не только продажи партнерских или собственных товаров, но это и продажи рекламных мест и продажи ссылок. В среднем из партнерских продаж сайт приносит от 50 до 150 рублей. Примерную прибыль можно рассчитать так. При продаже 20 товаров в день и прибыли 50 рублей с каждой продажи, получается 1000 рублей, умножаемых на 30 дней, итого 30 тысяч рублей в месяц. Конверсия в этом рынке примерно варьируется от 0,5% до 3%. Собственно, как и в любом интернет-магазине, как в любой другой нише. Дополнительный сайт может генерировать доход ссылок от 2000 рублей и более в месяц с рекламы, например, с Google AdSense, от 20 до 100 долларов и более в месяц. Ваша главная задача – это привести магазин в наполненный вид, чтобы было минимум 100 товаров. Чем больше товаров, тем, соответственно, больше вы можете зарабатывать. Дальше заполнить все страницы описания, контакты, создать логотип, а далее уже заниматься привлечением трафика. Отлично! Теперь у вас есть все, чтобы получить ваш первый доход в интернете. И напоследок хочу дать вам несколько советов. Используйте качественный трафик. Не покупайте мотивированный трафик. Это такие сервисы, где вы платите какие-то суммы денег за то, чтобы на ваш сайт люди целенаправленно зашли по вашей ссылке, ничего там, соответственно, не сделали и ушли. Этот трафик не имеет никакого смысла. Продавайте товары с хорошим вознаграждением и общайтесь с партнерами. Договаривайтесь о выгодных условиях. Используйте несколько партнеров одновременно и наполните ваш интернет-магазин по максимуму. В дальнейшем уже пробуйте создавать свои товары и продавать собственные товары, устанавливая маржу самостоятельно. Постоянно работайте над трафиком и новыми источниками этого трафика. Собирайте email-адреса ваших покупателей. Оставьте на своем сайте форму для сбора email-адресов. Это позволит вам проводить акции и поднимать продажи. Особенно это хорошо в праздничные или предновогодние дни.
Итак, я постарался дать вам наиболее эффективные методы заработка в интернете, исходя из моих знаний и опыта. Я уверен, что эта информация, изложенная мной, была вам полезна и сэкономила значительное количество времени на изучение этих вопросов самостоятельно. Теперь, надеюсь, вы определились, какой товар вы будете наполнять в ваш собственный магазин, и сейчас займетесь как раз-таки этим делом. Я желаю вам успехов и спасибо за просмотр данного видео. Подписывайся на мой канал. Пока!